Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков вылезла. Но если будем друг друга прикрывать, все будет. Чё за... А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работай. Смотри, не задень банки. Ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная мана избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Врагу не сдается наш гордый вождь, пощады никто не желает.
походу завязываться. Э! Чем ли такое? Сэкономили 3 копейки, не наняли замыкающего, и все. Опа-опа, нифига, иди сюда, на. Приятно иметь дело с дебилами. Как 2×2 нам? Вот. Не у двоих, остальные все бросили, давай сматывай. А мы сидели в боковом туннельчике, ну и они прямо на нас. Как свиней всех перерезали. Эмля! Жрать хочется. Ну чё, как там хабарчик? Сколько получается на брата? Да не особо. 5 пушек, чуток патронов. Эти жердяи пёрли на смотри и грибы. Дерьмо всякое. А что там за персонаж с тобой был? Хозяина каравана. Наш главный хочет за него выкуп. Тот же вес, но в патронах. Да ладно. Ничего себе. Шрукер, пацаны! Мост — чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Противогаз живо! Ну, давайте! Вылезайте, сложники гребаные! Папа пришел! Thank you.
скотины вышли! Мочи мне! Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Все, теперь все ништяк, можно идти. Качели, мать его, бога душу. Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по шмурам, может найдешь чего? И двери. Oh, shit.
со мной было. Артём, ты слышал это? Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно. Ты глаза не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки, кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи трезвей, спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Пацаны! Мы...
Ну-ка, покажитесь. Слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет же, это Бурбон, собственной персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как кто-то пришел. Вот хрень! Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча! А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что.